Казахстан является самой большой по территории страной в мире без выхода к морю. Располагается на двух континентах и по площади равен Западной Европе. Предшкола или нулевой класс. С 1999 года введено обязательное годичное дошкольное образование. В 13 странах мира, как и в Казахстане, Конституцией гарантировано гражданам получение бесплатного полного цикла среднего образования. Каждая пятая школа построена за годы независимости. Ожидаемая продолжительность обучения на уровне стран с высоким индексом человеческого развития – 15 лет. Каждый студент Казахстана имеет право на получение высшего образования на конкурсной основе. Такая практика существует в 24 странах мира. Государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами повышения квалификации. С 2013 года функционирует национальная образовательная база данных. Участие в международных исследованиях TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS, ICELS прописано в ГПРОН. По результатам TIMSS 2015 Казахстан вошел в топ-10 стран. С 2016 года осуществляется поэтапный переход на обновление содержания и 12-летнее образование. В рамках перехода акцент поставлен на функциональную грамотность и STEM-образование. С 2017 года в пилотном режиме некоторые школы перешли на трехязычное образование. Предметы естественно-математического цикла преподают на английском. В ноябре 2017 года Казахстан благодаря активному сотрудничеству с ОСР получил статус участника в двух комитетах – образовательной и научно-технологической политики. В 2017 году в глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан занял 4-е место по охвату начальным образованием. В течение 10 лет Казахстан входит в восьмерку лучших стран мира по ИРО ЮНЕСКО.